Привет, ребята! Посмотрите, что я принес. Какой-то рюкзачок. По-моему, это не простой рюкзачок, а волшебный. Как интересно, что же там внутри? Пусто? Так. Нет-нет, что-то есть. Что-то деревянное. Ух ты! Это же волшебная палочка. Думаю, можно поэкспериментировать. Давайте что-нибудь сделаем интересненькое. Попробуем превратить рюкзак в что-нибудь. Пробуем. Раз, два, три. О! Смотрите, это какая-то подушечка. А что, если и ее во что-нибудь превратить? Может быть, в какую-нибудь другую подушечку? Пробуем. Раз, два, три. О, подушечка. Какая-то другая. О, страшная. Какое-то страшное чудовище нарисовано на подушке. Давайте превратим ее в другую подушечку. Раз, два, три. Что это за подушечка? А можно обратно рюкзак, а? Раз, два, три. Получилось. Пусть лучше будет рюкзачок. Давайте пока отложим волшебную палочку и проверим волшебные свойства рюкзака. Давайте возьмем яйцо. Настоящее. Как у настоящих фокусников. Они используют шляпу и яйцо, а у нас вместо шляпы будет рюкзак. Опускаем. А теперь давайте немножечко потрясем его. Думаю, превращение уже случилось. Открываем. Ух ты! Что это? Это же яйца. Их стало больше. Давайте откроем и посмотрим. Так, открываем и проверяем. Яйца стали мягкие. Внутри что-то есть. Давайте откроем. Внутри игрушка. Это ам-ням. И еще. И еще. И еще. А здесь тоже ам-ням. Осталось последнее. Оно твердое. Попробуем открыть его. Ну-ка. Что-то внутри. По-моему, это настоящее яйцо. Думаю, яйцо разбивать не стоит. Попробуем воспользоваться волшебным рюкзаком снова. Опускаем. Закрываем. Так. Немножечко потрясем. Так. И открываем. О! Клали простое, а достали золотое. Ну, я очень хочу узнать, что там внутри. Внутри ам-ням, только большой. Ну, я думаю, здорово поиграли, поэкспериментировали. Теперь нужно убираться. Волшебству конец. Началась обычная бытовая работа. Пока, ребята! А тебе понравилось? Нажимай на экран и смотри дальше.